Своеобразную долину смерти обнаружил некий Руслан Мусаев. Он рассказал, что вместе с дочерью отправился в поход за грибами близ поселка Кайнар-Булак. Но был потрясен, когда вместо сеноножек и вешенок наткнулся на скотомогильник. Вся округа здесь буквально была засыпана черепами крупного рогатого скота. Ну, это мясники местные, наверное, работают. Соответственно, они режут скотину, а вывозить мусор на горсвалку – это накладно, то есть надо платить деньги. Совесть надо иметь людям, которые вот это все выкидывают. Есть горсвалка, есть мусорки, куда можно это все вывести, высыпать. Ну, зачем это на природу, близ города, все это высыпать? Своеобразное кладбище животных мы посетили вместе с сотрудниками городской службы ветеринарии. Но специалисты предположили, что эта территория принадлежит Сайрамскому району. Однако подоспевшие представители коммунального учреждения Сайрамского района напротив не признали участок своим и даже пригласили нас в местный акимат, где подтвердили догадки с помощью карты. Территория с этой стороны трассы относится к нашему району, а со стороны дачного массива относится к городу. В тот же вечер с нами связались сотрудники городской службы ветеринарии. Они сообщили, что очистили территорию от откровенно гниющих туш животных, а в качестве доказательства прислали видеозапись. Мы привели все в порядок и начали проводить разъяснительные работы с местным населением, чтобы не бросали мертвых животных на улицу. Впрочем, на видеозаписи видно, что коммунальщики убирают только трупы животных, умерших недавно. Специалисты говорят, что за уборку остального мусора должны отвечать в ЖКХ. Между тем, пока не ясно, среагирует ли на ситуацию городской акимат. Рауль Габитов, Шакир Умаров, Талгат Кыргызалиев, Абзал Турабеков. Новостная служба телеканала ТВК.